сюда, ребят. Быстренько встать сюда, чтобы лифт меня, ребятки, привез. Так, последний ящик — это лифт, ребята. Надо не забыть. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Круто, все круто, ребятки! И мы сегодня будем играть в погрузчик. А с вами, как всегда, Юра, ребятки, вы на канале Вечное Детство. Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте, собственно, приступим к нашей замечательной игрушки. Давайте выберем, ребятки, первый уровень и пойдем с вами, собственно, играть в нашу замечательную игрушку. Так, ребятки, ну что ж, здесь нам показывает, что нам нужно делать. Давайте с вами потихонечку будем играть. Уй-уй-уй, какой погрузчик прикольный. Так, нам нужно затолкать первый ящик, ребята. Затолкать надо. Опа, все, мы его затолкали. Все, пока-пока. Все, ребятки, водитель уехал. Отличненько. И мы продолжаем нашу игрушку. Ой, ребята, что это творится? Да вы только посмотрите, горбатый запорожец упал наверх. И что это будет? А ящик где мне взять-то? Ребята, вы это просто видели? Кусочки не подойдут, нет? Нет, ребятки, кусочки не подходят. Давайте переиграем с вами уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья. Нажать надо на этот, а теперь на этот. Все. И теперь ящик у нас в порядке. И он отправляется на склад. Отлично, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Так, теперь, а что же теперь здесь нужно сделать? Так, а здесь, ребятки, нужно сделать следующее. Когда мы нажимаем на кнопку сюда, лифт у нас поднимает нас сюда. Отлично. Так, мы едем. Нажимаем на эту кнопочку. Все, ребяточки, ящик, который нам нужен, упал для нас, и мы его ставим сюда. Теперь мы его берем отсюда. Иди сюда. И ставим, ребяточки, в автомобиль. Вот таким вот образом. Теперь берем маленький ящик и ставим его наверх. Отлично. Пока-пока. Все, водитель въехал на склад, ребяточки. Он доволен своей профессией и самой игрой, ребяточки, в целом. Так, ну что ж, ребята, продолжаем нашу замечательную игру. Так, здесь нам показывают, что нам ящик нужно перебросить. Посмотрите, куда. Ничего, я думаю, мы доедем с вами с ящиком, ребят. Я так думаю. Так, ой-ой-ой, ребяточки, я застрял, что ли? Давайте поедем вот так вот. Так, теперь давайте возьмем его и вытолкнем вот так вот. Замечательно. Так, теперь падаем. Отлично. Так, толкаем ящик. Ящик сюда, давай. Отличненько, дорогие друзья, водитель уехал к себе на склад, все, погнали дальше. Так, следующий уровень у нас, посмотрите, что нам здесь нужно сделать. Ага, поднимаемся на лифт. На лифт. Так, ребятки, на лифт мы поднялись, отлично. Продолжаем дальше. Все, этот ящик упал. Здесь этот ящик тоже, ребятки, упал. Нам, ну, мы могли на лифт, конечно, сесть с вами, но... Так, отлично. Давайте только вот этот ящик пока заберем. А вот этот ящичек, ребятки, пока поставим. Давай, погрузчик, я знаю, что ты можешь. Лезет. Большой ящик, а потом маленький.
Вот так. Отлично, ребятки. Большой ящик мы уложили. Остался маленький. Вот он. Давай, давай, малыш, совсем еще немножко. Все, ребяточки, отлично. Отлично, дорогие друзья, и мы прошли с вами этот уровень. Так, ребятки, ну что ж, погнали дальше проходить нашу замечательную игрушку. Ой-ой-ой, посмотрите, как здесь сложно в этом уровне. Так, а что же мне надо делать, ребята? Давайте, собственно, с вами и посмотрим. Так, здесь, я так понял, мне надо, ребята, сделать следующее. Сюда, что ли, уронить ящик? Да, ребята. Быстренько встать сюда, чтобы лифт меня, ребятки, привез. Так, последний ящик – это лифт, ребята. Надо не забыть. Так, а как же мне, если я уберу с последнего ящика, лифт опустится, ребята? Так, первый ящик есть. Второй ящик, ребята. Так, второй ящик есть. Ребятки, все ящики упакованы. Все, водитель уехал, ребятки, по развозкам. Разводить эти ящики. Все просто замечательно. Так, ребятки, продолжаем дальше играть нашу замечательную игрушку. Ой-ой-ой, ребятки, падаем, падаем, падаем. Да что ж творится-то? Куда я попал? Вы только посмотрите, ребятки, как я еду. Нет, ребятки, надо переиграть, потому что я неправильно сделал. Так, все, ребят. Мы должны уже упасть вроде бы. Ай-яй-яй-яй-яй, забыл ящик забрать с собой. Не годится. Некрасивенько получается. Так, забираем с собой ящичек. Обязательно берем с собой ящик. Все. Давайте заново повторим. Так, берем наш ящик. Так, отлично, дорогие друзья. Что-то я упал-то. Не годится, не годится. Так, давайте заново. Проезжай, совсем еще немножко осталось. Давай, малыш, я в тебя верю. Давай, давай, толкаем, толкай, 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 толкай. Отлично, дорогие друзья. Ящик распался, ребят. Я и не знал, что может распасться ящик. Вы видели? Нам надо ящик целенький, ребятки, довести в целости и сохранности. Давайте сначала, наверное, ящик бросим. Или я не могу бросить сначала ящик. Вот так вот, отличненько, наконец-то, ребят. А то что-то я ни туда и ни сюда не мог ничего абсолютно сделать. Так, ставим ящичек сюда. Едет у нас лифт, отлично. Так, лифт за мной приехал, ребята. Я в него сажусь. А что дальше-то? А, все, лифт меня везет наверх. Здесь нам нужно нажать на кнопку для того, чтобы открыть двери в машину. Все. Все, ребята, поехали, дорогие друзья. Отличненько, ребята. Просто классно, не правда ли? Все, ребятки, теперь эти ящики мы ставим с вами на место. Ну вот и все, дорогие друзья. Круто, не правда ли? Отличненько, ребятки. Водитель уехал на склад, и мы прошли данный уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья,
Этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои самые лучшие новости, которые я выпускаю, ребята. А снимаю я игры каждый день. Так что подписывайся на мой канал, смотри мои видосики очень крутые. И пока-пока, будь моим замечательным другом. Пока-пока, ребятки!